Здорово, пацаны. Я не люблю рассказывать о своей жизни. И вообще не люблю вот эти, какие-то сопливые душевные темы для обсуждения. Но сейчас я просто не вижу другого выхода. Сейчас я хочу вам просто рассказать в общих чертах страшную историю моего рождения. Вы, наверное, заметили, что я человек, так скажем, с особенностями. И вот за эти особенности меня оскорбляли с самого детства. Начнем с того, что я никогда не видел своего отца в детстве. И ранние годы были очень сложные для меня. Я регулярно был жертвой школьных всяких издевательств и унижений. Это видео я уже записывал на эту тему, вы можете посмотреть на моем канале, но сейчас речь не об этом. Шел далекий 2016 год, именно тогда я познакомился с творчеством Вожелинка. Я смотрел его видео, смотрел его клипы, и вот это длилось несколько лет, вплоть до 2020 года. И вот буквально месяц назад начал усиленно смотреть его стримы. Я увидел на его стримах человека, которого звали Маэстро Рыба. Вы, наверное, поняли, из-за чего мы с ним в чем-то похожи. Я тоже очень заметил эту особенность. И ни для кого не секрет, что вот таких людей, как мы, в мире существует немало, но я заметил особенные схожести в нашей с ним внешности. И безуспешно я пытался узнать у своей матери вот историю моего рождения. Потому что в детстве на эту тему мы никогда с ней не говорили особо, да и мне было стыдно спрашивать. И в детстве мне никогда не хватало, точнее, у меня не было отцовской поддержки воспитания. И вот когда я увидел на стриме вот этого человека, маэстро Рыба, мне показалось, что это мой отец. Как бы странно это и глупо не звучало. Я очень настойчиво спросил у своей матери и включил ей стрим, вот этот Вожелинка, где был вот этот человек, маэстро Рыба, чтобы спросить, это он мой отец или нет? И из-за чего тогда я родился с такой особенностью, если это не он. На что она сказала, что я не знаю, правда она сказала или нет, но она сказала, что якобы это не он. Я не знаю, верит ли ей или нет, но я чувствую к вот этому человеку какое-то особенное чувство. Я не знаю, мой это отец или нет, и тем более он живет достаточно далеко от меня. И, наверное, я и умру, так и не узнав, мой это отец или нет.